Правоохранительные органы Ненецкого округа представили итоги деятельности в 2018 году по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности. В администрации Ненецкого округа прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством главы региона Александра Цибульского. Как было отмечено в ходе заседания, в 2018 году сотрудниками правоохранительных органов Ненецкого округа выявлено 19 преступлений коррупционной направленности. В повестке дня заседания антикоррупционной комиссии три вопроса. Первый посвящен итогам деятельности правоохранительной по выявлению преступлений коррупционной направленности в регионе в прошлом году. В данной сфере удалось выявить 19 правонарушений. Как отметил прокурор округа Николай Егоров, они связаны с растратой денежных средств коммерческих организаций, мошенничеством при строительстве социально значимых объектов, служебными подлогами и превышением должностных обязанностей, совершенными должностными лицами федеральных и окружных учреждений, а также с взяточничеством руководителей муниципального предприятия. Заслушает внимание, наверное, только одно выявленное происшествие, связанное с получением денежных средств руководителем учреждения культуры в сельском поселении Шорны, который требовал с подчиненных работников возвращения части полученных в конце года вознаграждений. В 2018 году судами округа рассмотрено 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По 2 делам вынесены обвинительные приговоры. По 5 к виновным лицам Наринмарским городским судом применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В целом же количество рассмотренных судом дел в 2017 году у нас сократилось по сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза. Было рассмотрено 7 таких дел вместо 16 в 2017 году. То есть, в принципе, прошедший год не был в этом плане показателем. Таких дел, как взяточничество, получение дачи взятки, посредничество взяточности в суды в 2017 году не поступало. Несмотря на проводимые оперативные мероприятия, в 2018 году правоохранительными органами не выявлялись преступления коррупционной направленности в сфере ЖКХ, связанные с незаконной передачей должностному лицу заказчика части денежных средств, получаемых поставщиком в связи с исполнением государственных или муниципальных контрактов, совершенной организованной группой, а также должностными лицами органов государственной власти и муниципальных образований округа.